Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Неделя больших перемен. У каждого исполнится своя мечта. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Осень все больше вступает в свои права, подкрашивая листву во все оттенки рыжего и золотого, а также то и дело обрушивая на нас потоки прохладного дождя. Солнечные лучи уже не греют так, как раньше, но дни пока еще наполнены приятным теплом, позволяя нам насладиться этим прекрасным временем. Мир движется своим чередом, а советы ведической астрологии помогут вам не потеряться в этой череде событий и прожить эту неделю насыщенно и продуктивно. Понедельник, 11 сентября. День Луны, кармическое число 9, Марс. Прекрасный день, гармонично соединяя. Ходите на помощь, когда это необходимо. Не игнорируйте свою интуицию, поскольку сегодня она особенно точна. Прислушайтесь к себе, чтобы понять, к чему именно стремится ваша душа. Направьте свою энергию на созидание. Проводите больше времени с теми, кто вам дорог. Встретитесь с друзьями, родственниками, любимым человеком, чтобы это время принесло вам только позитив. Выполните обещания, которые давали ранее. Выплатите долги, если таковые имеются. Будьте отзывчивы, открыты и решительны. Тогда успех будет сопутствовать вам во всем. Планеты советуют: перестаньте гнаться за призрачным счастьем, и тогда вы поймете, что оно уже рядом с вами. Радость ждет всех, кто рожден 9, 18, 19, 27 и 29 числа. Вторник, 12 сентября. День Марса, кармическое число 1, Солнце. И этот период проходит под влиянием стихии огня, отличающейся невероятной энергетической мощью и непредсказуемостью. Пламя способно быть мягким, согревающим, либо разрушающим все на своем пути. Активные и стремительные энергии этого периода открывают перед вами множество путей, поэтому проявите решимость и доброжелательность, чтобы не упустить подарки судьбы. Забота об окружающих поможет вам привлечь в свою жизнь множество восхитительных событий и обзавестись интересными знакомствами. День отлично подходит для любых новых начинаний. Однако не допускайте спешки принятия решений. Действуйте продуманно, взвешивая каждый шаг. Не позволяйте себе сомнений и страхов. Проявляйте смелость в отстаивании своих интересов, но только если они не несут вреда окружающим. Сдержанность и позитивный настрой помогут вам избежать разногласий с окружающими, избежать конфликтов. Проявите немного упорства, и вы получите желаемые результаты. Планеты советуют: не пытайтесь изменить все, с чем соприкасаетесь. Иногда лучшим решением является оставить все так, как есть. День принесет успех для появившихся на свет 1, 10, 11, 19, 21, 28 и 31 числа. Среда, 13 октября. День Меркурия, кармическое число 2, Луна. День перед новолунием наполнен мягкими, спокойными энергиями. Поэтому провести его необходимо неспешно, избегая суеты и активности. Не пытайтесь вмешаться в происходящее. Позвольте себе плыть по течению, созерцая происходящее. Сохранить душевную гармонию помогут занятия творчеством, изучение новой информации и встречи с друзьями и родственниками. Эти сутки идеально подходят для саморазвития, духовных практик, обретения покоя и мудрости. Погрузившись в себя, вы найдете способы решения имеющихся трудностей. Сумейте осознать свое предназначение, поскольку день не предназначен для принятия важных решений. Посвятите его повседневным задачам, не требующим сосредоточенности. Не начинайте важных дел и остерегайтесь перемещений на большие расстояния. Планеты советуют: перестав суетиться по пустякам, вы сумеете достичь по-настоящему важных целей. День подарит успех всем, кто родился 2, 11, 12, 20, 22, 29 числа. Четверг, 14 сентября. День Юпитера, кармическое число 3, Юпитер. Новолуние, проходящее под покровительством Юпитера, может стать для вас временем перемен и началом нового жизненного этапа. Чтобы этот период оказался особенно успешным, посвятите его завершению старых дел, переосмыслению совершенных ранее поступков, анализу событий прошлого.
Также день благоприятен для построения планов на наступающий лунный цикл, однако реализовать их следует позже. Начинать что-либо новое сегодня не стоит, поскольку в этом случае удача не будет к вам благосклонна. Ограничьтесь мечтами о будущем, однако не стройте абстрактные картины. Старайтесь вообразить свои цели как можно точнее и подробнее. Тогда вы сумеете найти лучшие способы для их достижения. Кроме того, день идеален для духовных практик, позволяющих навести порядок в душе, осознать свои истинные желания и намерения. Планеты советуют, делая других немного счастливее, вы и сами наполнитесь самым настоящим счастьем. День принесет процветание родившимся 3, 12, 13, 21, 23, 30 числа. Пятница, 15 сентября. День Венеры, кармическое число 4, Раху. Первый день нового лунного месяца может стать для вас самым настоящим временем чудес и приятных сюрпризов от судьбы. Поэтому проведите его правильно. Помните, что сегодня вы закладываете фундамент своего успеха вплоть до следующего новолуния. А значит, провести эти сутки необходимо позитивно, с благодарностью за каждый прожитый миг. Не бойтесь столкнуться с преградами и капризами судьбы. Пройдет совсем немного времени, и они обернутся вам во благо. Проведите эти сутки как можно гармоничнее. Займитесь духовными практиками, саморазвитием, почитайте священную литературу. Избегайте гордыни и высокомерия. Будьте терпимы по отношению к окружающим. Верьте в то, что все происходящее во благо. Наградой за вашу уверенность станут приятные подарки судьбы, различные позитивные события и прилив вдохновения. Планеты советуют, если ваша цель желанна, то никакие преграды не заставят вас свернуть с выбранного пути. Рожденные 4, 13, 14, 22, 24, 31 числа получат радостное известие. Суббота, 16 сентября. День Сатурна, кармическое число 5, Меркурий. Спокойное, благоприятное время, которое может стать для вас началом множества интересных событий. Сегодня перед вами откроется множество дорог, позволяя увидеть то, что было скрыто ранее. Изменить свою жизнь в лучшую сторону. Хотя это время не подходит для начала активных действий. Оно идеально для структурирования информации, размышлений и получения новых знаний. В эту пору особенно сильна интуиция, поэтому прислушайтесь к ней, принимая какие-либо решения или придумывая планы на текущий лунный месяц. Какие бы вопросы вы ни решали, делайте это спокойно, продумывая свои шаги и не допуская действий, способных навредить окружающим. Сегодня недопустима излишняя мягкость, так как она может вам навредить, однако грубости и эгоизма тоже следует избегать. Проявите такт по отношению к другим людям, но не позволяйте им использовать вас в своих интересах. Планета советует. Жизнь – это движение, поэтому остерегайтесь бездействия. День окажется особенно удачным для рожденных 5, 14, 15, 23, 25 числа. Воскресенье, 17 сентября, день Солнца, кармическое число 6, Венера. Наступает день, предназначенный для духовного развития и самосовершенствования. В ведическом календаре сегодня идет санскрати, или переход Солнца, знака Девы. Это время трансформации, которое могут стать причиной напряжения, злости, переживаний и даже физический дискомфорт, поскольку сама атмосфера этого праздника подталкивает вас к необдуманным действиям. Однако вы можете справиться с искушениями, если будете действовать спокойно и сохраняя контроль над своими чувствами. Это благоприятное время для медитации, изучения духовной литературы, прослушивания и пения мантр. Обратите внимание на питание, исключите жирную и вредную пищу, не допускайте переедания. Наведите порядок в доме, расставьте все по своим местам, сделайте легкую уборку. Займитесь благотворительностью, пожертвуйте нуждающимся одежду, обувь, продукты питания. Планета советует, посели в своем сердце любовь, вы никогда не будете одиноки. День принесет позитивные перемены для всех, кто рожден 6, 15, 16, 24 и 26 числа. Чудесной и волшебной недели каждому моему подписчику.